Новости. Теперь выходи вперед и говори: пустая право честь, вперед идти или выше сесть. Пустая право честь, вперед идти или выше сесть. Вначале было не слово, а сцена. 25 лет назад, в 1993 году, режиссер Владимир Гурьев основал театр «Слово» и сразу приступил к репетиции. Несмотря на то, что первым актерам было около 15 лет, руководитель труппы воспитывал их в лучших традициях школы Станиславского. И это дало результаты. Не прошло и года, а о театре появляются первые публикации в газете, а зрителей становится все больше, хотя время диктовало свои правила. Мы все помним, что были 90-е годы, как назывался, лихие 90-е. Культура мало была кому нужна, мало кому интересна, да. Театры у нас в то время, как правило, ставили произведения на потребу публики. То есть, чтобы затянуть кого-то в зал, нужно было его рассмешить, повеселить, то есть идти на поводу у людей. И всегда это не соответствовало тем высоким идеалам, ради которого человек хотел бы прийти в театр. Сейчас театр все-таки возвращается, на мой взгляд, к главным истокам. Предназначение театра – быть, заставлять человека думать, сопереживать и меняться. Театр – это школа жизни, конечно же. Он должен служить и воспитывать. За четверть века театр видел и взлеты, и падения. В его состав в общей сложности входили почти 5000 человек. 15 из них стали титулованными актерами, которые играют в московских и питерских театрах. До 2010 года руководителем «Слова» был его основатель Владимир Гурьев, а после его кончины руководство театром перешло одному из его воспитанников Евгению Пересыпкину. Несмотря на смену главного режиссера, коллективу удалось сохранить его первоначальную атмосферу и гурьевский дух. Вы знаете, для меня очень ценно то, что когда мы приходим всей студии в день памяти Владимира Владимировича на его могилу, те дети, которые его не знали никогда, они стоят вместе с нами, молчат, и кое у кого на глазах появляются слезы. Я так думаю, что мы смогли им передать дух этого человека, а самое главное, его невероятную любовь и веру в нас. Потому что он такой нам давал аванс веры. Ведь мы никак себя еще не успели проявить, мы ничего еще такого не сделали, ничего не сыграли. Он нам это доверие давал авансом в счет будущего, в счет того, что мы сделали. И мы понимаем, что именно сейчас, как ни странно, и этим современным детям этого не хватает. А здесь они получают заряд. Мы говорим: вы сможете. Не надо говорить, что плохая память, не надо говорить, что не получается, все получится, вы сумеете. И мы видим, как у них расправляются крылья. Сейчас в театре находится в разработке еще несколько спектаклей, премьера которых мы увидим уже в этом году. Помимо этого, сегодня в Министерстве культуры разрабатывается вопрос об утверждении за «Словом» статуса театра юного зрителя. Празднование 25-летнего юбилея пройдет на сцене Дворца детского творчества Ставрополя, которая давно стала для коллектива домом. 20 мая зрители смогут увидеть подборку из отрывков лучших спектаклей за всю историю «Слова». Также юбиляров поздравят другие театральные коллективы города. Алексей Кравченко, Игорь Маслиев, АТВ «Ставрополь». We'll be right back.